Итак, дорогие друзья, сейчас на эту сцену выйдут. Так, внимание, это надо зачитывать наизусть, это выучить невозможно. Трехкратный финалист национального конкурса «Детское Евровидение». Полуфиналист национального конкурса «Детская новая волна». Обладатель гран-при и лауреат множества международных и всероссийских конкурсов. Володь, давай попроще. Детская студия Александра Цирпята. Итак, встречайте, студия «Азбука Хит» на нашей сцене. Анастасия Печенкина, «Девочка лето». Ничего, а дождя не надо.
наша участница нашего концерта сегодняшнего, Милана Казанкова. Я и солнышко. Силу твою.